Здравствуйте, друзья! Вы видите название ресторана, в который мы собрались пойти с друзьями. Но тут толпа. Что такое толпа? Это значит, люди хотят попасть, но не могут. Почему не могут? Потому что на всех не хватает. И я помню вот этот самый ресторан на этом самом месте. Даже, наверное, лет 15, может быть, больше назад. И вот было то же самое. Подходишь к девочкам, там, значит, они дают тебе номерочек. Ну, сейчас сказали нам, что ждать нужно минут там 10-15. Я помню время, когда ждали 40 минут. Этот ресторан был тогда сетевой. Сеть такая Тадаи называлась. И это был первый ресторан Тадаи в Кремниевой долине. Вот они, видите, как тут сажают людей специально, прям к окошечку, и чтобы видно было, что всем хотелось. И мы здесь не были очень давно, потому что Тадаи, поскольку сеть, пооткрывались абсолютно всюду. И мы так ходили локально. Тут нам друзья говорят, знаешь, вот говорят, что тут как-то особенно. И мы пошли посмотреть, что будет особенно. Вот вы видите, друзья, тележку работника. Работница подходит, говорит, что будем пить. Вот мы будем пить зеленый чай. И вот нам дали пиалки такие. Вот. А пока суть до дела, пойдем набирать еду. Это буфет. Мы начинаем с салатика. Там вообще супы есть, но как-то я не прочувствовал. Там много супов, штук 5 или 6. Вот, а так вот разные салатики, и так мы с этого начнем разминку. Тут у нас вот коллекция суши. А по какому признаку выбиралась? Вот. А, всего попробую. То есть, что на нас смотрит, то и выбираем. Да. А потом, как Алла говорит, надо про то, что берут местные люди. Это правда. Надо сказать, что здесь народ в основном такой, как бы, азиатский. Это говорит о том, что это приличная азиатская кухня. Как в русском ресторане, если русских нет, то это не совсем русский ресторан. Вот у нас соевый соус, тут горчички, ты не пожалел. Да, я люблю, чтобы была кашка. Эта тарелочка такая более умеренная. Так, а это что? Вот это что? За еда. Тут какие-то ракушки, что ли? Ну да. Ну да, это ресторан. Вы такой. Это сейфуд ресторан, да. Мне нравятся креветочки. Да? Ну так они хорошо смотрятся, красиво. Я помню, чистить надо. Было время, когда можно было, или там в других ресторанах. Например, там была и копченая колбаска, и сырочек, и все такое. Здесь этого нет. Здесь... А ты суп нашел? Супы там штук 5 было, да. А где они стоят? Ну, в углу. И, в общем, здесь почему-то так больше в азиатской традиции, да. Вот, а это после разминки салатиком. Я больше на сашими налегаю. Ну, вот мой выбор такой. Буфет делал такое, что одного поел, другого поел. Вот. Так что тут и мяско, и такие пельмешечки свиные. И вот эти вот на пару тоже очень, очень вкусные. Так, немножечко пробуем. Да. Алла, ты можешь сказать, что это? А это вижу... ноги краба. Так. И вот к ним эти щипчики вот эти. Да, да. Щипчики. Так. А это большие креветки. Ничего себе. Здоровенные, да. Так. А на этом это устрицы. Так, устрицы. Устрицы тоже не сырые. Не сырые? Нет, это темпура. Это вот запеченные. Овощи, запеченные в тесте. В тесте, да. И тут какие-то еще креветки. Креветки в тесте. Так. Опять темпура. Овощи в тесте. Значит, шримпы какие-то с головой. Так, вот эти очень вкусненькие на боку. Это они свиные. Не знаю, как правильно назвать. Тут на яйцо что-то похожее. Не могу сказать, что это. И такое простенькое, такое простенькое, да. Так, просто чисто для декоративных целей. Как это как-то так рыбкой заинтересовалась, ножкой куриной. То есть, есть что выбрать, есть. Ничего особенного, друзья, в желе нету. Но иногда, знаете, вот хочется. А это такие специфические японские, ну, желе там лишнее. Вот. Это крем-брюле.
крем-бруле. Ну, капни вилочкой, давай. Ну, сильно. Капни вилочкой, чтобы было видно. Что там такое? Ну, сверху корочка. Под корочкой. Это под корочкой сахарной. Крем-бруле. Ну, съешь. А давай вот, вот это капни вилочкой. Вот это. Это я не знаю, что это. Крем какой-то. Крем. Давай. Это так. Не крем, случайно. Это такое твердое. Твердое. Оно холодное. Так, давай, попробуй, это что это. Вкус на лицу Светланы. Нельзя сказать, чтобы ей это понравилось. Оно вообще не сладкое. Не понравилось. Друзья, вот видите, только ходишь, деньги тратишь, и ничего не нравится. Так, вот, наверное, мы вот десерт и по домам. Но не только, друзья, желе или там маленькие пирожные такие, эклерчики такие маленькие, или вот такие маленькие японские штучки сладенькие. Ну вот еще фруктов тут много. Пожалуйста, и дыньки, и зеленые дыньки, и желтые дыньки, арбузики, апельсинчики. Много разного такого, чем можно опосредовать ужин так, в виде десерта. Вы можете спросить, а что бы это? Прошелся бы по рядочкам, там вот где люди еду раскладывают, показал бы, что на прилавках. Дело в том, что мне сказали, чтоб я по прилавкам не ходил. Так, прямое было указание, понимаете? Поэтому я уж так, как могу. Так что, друзья, посидели мы, поболтали, закусили, переварили, что могли на ходу. И на этом наш репортаж, в общем-то, заканчивается.